В Ульяновской области продолжаются пожары. Только за сутки в лесах региона зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади в 58 гектаров. Два самых крупных пожара за сутки произошли в Терентьевском и Радищевском районах. Губернатор взял ситуацию под личный контроль. С руководством Министерства экологии и Управления МЧС России по Ульяновской области он обсудил срочные меры по недопущению ухудшения ситуации. Как минимум, я еще раз обращаю внимание о том, что для нас крайне важно усилить мониторинг за той ситуацией, которая у нас с вами есть. Чтобы мы сразу же, так сказать, имели возможность приехать, прилететь, значит, приплыть в любую точку Ульяновской области, где начинается, скажем так, тот или иной там какой-то, так сказать, возгорание. В лесах региона начнется ежедневное патрулирование. Помогать спасателям и добровольным дружинам будут дроны. Руководителями муниципальных образований не полностью выполняются мероприятия по содержанию минполос земель, которые находятся на территории областных центров. Например, пожар в Новоспасском районе показал, что территория поселение горит ежегодно, а мер по профилактике, именно по профилактике минполос, не было. Напомним, до конца месяца в области установлен 4-й класс пожароопасности. Ульяновцев призывают быть бдительными и не разжигать костер, и не бросать окурки в сухую траву.